Приветствую всех, с вами Маркелова Борис. Сегодня я вам покажу, как сделать ручную настройку в MetaMask. То есть вы открываете свой кошелек MetaMask, и иногда при регистрации в CryptoHensie, сейчас мы перейдем, иногда при регистрации в CryptoHensie дают ручные данные. Для регистрации, например, если чтобы пройти регистрацию, вы можете сделать регистрацию либо в один клик, либо вручную ввести данные оплайнера. То есть, когда вы заходите в MetaMask, вам нужно сделать вот так вот, отправить, скопировать адрес смарт-контракта. Ставить вот сюда. И вы видите, вот такое вот поле у меня появилось. Сюда мы можем ставить... Но все данные надо заранее подготовить. Сюда мы можем ставить непосредственно... Вот у меня это все забито. И здесь мы можем ставить вот такое... Вот адрес оплайнера. После этого мы нажимаем «Далее» и «Отправить». Где взять этот адрес оплайнера? Достаточно нажать вот сюда, в настройках, установить Advanced и найти вот такой вот пункт. Найти вот такой вот пункт Show Hex Data. И здесь поставить у нас вот такой вот слайдер на «Включено». Этого будет достаточно, чтобы у вас поле дата появилось. На этом я заканчиваю. Всем привет!